В эту субботу в 11:45 в эфир общественного телевидения России выйдет очередная серия проекта «Коллеги». Она рассказывает о буднях региональных журналистов, проблемах, успехах, какие темы они выбирают и какие ноу-хау используют. Героем программы станет наша коллега Ирина Чекунова с документальным фильмом «Возвращение в Джойган». Восхождение к жерлу вулкана, прохождение горных рек, противостояние погодным условиям. И все это под объективом камеры. Ирина выступала и в роли участника, и оператора, и автора сценария, что, по мнению коллег, является уникальным. Также ее работа «Северный Тиман» вошла в пятерку лучших туристических фильмов. Она автоматически уже, если я иду в поход, значит, я априори снимаю фильм. Это в каждом походе, вот в этом году уже 19 лет, как я хожу в поход, это мой отпуск. И постоянно я снимаю, я знаю, что я буду делать. Делать для своих, для тех, кто был участником похода. Ну, естественно, если это интересно людям, то показать людям, какие у нас есть места в нашей стране, в великой стране. И, естественно, кому-то, может быть, понравится, кого-то, может быть, это подтолкнет к тому, чтобы встать с дивана и одеть рюкзак и пойти путешествовать.